Джордж Сорос на передовой. Миллиардер мог стоять за назначением посредника Евросоюза по урегулированию политического кризиса в Албании 5 лет назад. О политических операциях Сороса стало известно благодаря недавно опубликованным документам. Материалы включают переписки миллиардера за последние 8 лет. И ряд электронных писем указывает на то, что Сорос посылал личные письма Хиллари Клинтон, которая в тот момент была госсекретарем США. Именно он предлагал ей вмешаться в политический кризис в Албании. Необходимо срочно предпринять две вещи. Во-первых, использовать весь вес международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшие общественные демонстрации и сменить тон публичных выступлений. Во-вторых, назначить высокопоставленного европейского чиновника в качестве посредника. Кроме рекомендаций о реакции со стороны США, Сорос привел имена трех возможных посредников. Среди них был и глава Министерства иностранных дел Словакии Мирослав Лайчик. Впоследствии именно его направили в Албанию в качестве посредника от Евросоюза. Электронные письма и документы, которые добыли хакеры, были опубликованы еще в июне. Однако внимание они привлекли лишь после скандала с утечкой переписки Демократической партии США, в которой американские СМИ обвиняют российских хакеров.